Машина едет, надо быстрее дорогу. Ходила в магазин, у меня закончились сигареты. Витёк попросил сгущенку. Ну, ёпарасете, по пути набралось куча-куча еще всего. Взяла ему шоколад, плитку Горького. Взяла ему... Тут как-то он ТикТок недавно смотрел и говорит, увидел там эту сладкую вату. Чупа-чупс от фирмы. Смотрю, лежит, говорю, давайте. Что-то еще взяла. Лепешку, печеньки. Взяла, короче, такие. Крокет обычный, диетический для себя. У меня, видите, вообще печенье не ест. Я же сегодня там забахала такой десерт. Покажу вам потом. Творожный. Я сейчас с желе стала экспериментировать. Ой, с желе, с желатином. Такой классный. Вкусный, кстати. Вот до этого я делала с фруктами, помните, он был не сладкий, я мало сахара, короче, пожалела. Ну, что-то побоялась переборщить, а в этот раз прям просто идеально. Вон наши окна. Сейчас будет распаковка.